праздник искусства. Это и художественный, и технологический международный класс. Гигант в том, что он взялся за этот пласт и справился с этим материалом. Я счастлив. Сегодня был праздник. Это шоу, которое сегодня видели зрители, обречено на успех. Желание жить. Із церквінки нівінки лихінали, фуни рушалаєм ді сигнали. Унді... Это абсолютно мирового уровня действа. Сонце рун. Евейну шоло малеке. Это все посвящаем нашим мамам. Ідея святая. Евейну шолом малейкем, евейну шолом, шолом, шолом малейкем, евейну шолом малейкем, евейну шолом малейкем, евейну шолом малейкем, евейну шолом, шолом, шолом малейкем. Це огромний труд і большое достижение національної музики. То, что нужно сегодня для еврейского народа, что мы не забыли то, что был, и мы продолжали жить по-еврейски. По-еврейски это не только традиция, это еврейская музыка, еврейская культура. Я думаю, что лучше, чем Михаил Александров, никто не делает. Не потому, что у него голос прекрасный, и это есть тоже. Потому что у него душа горит, и это слышно в каждой песне, это сердце с душой. Я желаю ему огромную удачу, что он умел действительно поднять весь еврейский народ, что все танцевали, все пели и все жили по-еврейски. Ну шоло!